Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать сегодня. Меня зовут Татьяна Щербакова, я бренд-тренер Germaine de Cappuccini, профессиональная испанская косметика. Дайте, пожалуйста, обратную связь, хорошо ли меня видно, слышно, видно ли презентацию. И мы будем начинать. А, вижу, все видно, слышно, все хорошо. Ну, сегодня... Очень приятно, Карина, спасибо. Сегодня наш вебинар будет посвящен уже приближению лета, солнца и, конечно, сделаю обзор солнцезащитной линии. Но сразу хочу сказать о том, что мы прекрасно знаем, от чего мы можем получить и ожоги, и пигментацию, и преждевременное фотостарение, да, преждевременное старение, и сухость, и обезвоженность кожи. Это, конечно, воздействие ультрафиолета, чрезмерное воздействие ультрафиолета. И солнце, оно очень полезно для нас, естественно, и повышает настроение, и антибактериальный эффект. И, в принципе, ровный, красивый загар, он тоже является такой своеобразной защитой, да, естественной. Но, к сожалению, очень часто, когда избыточное воздействие ультрафиолета, мы получаем очень много разных проблем. И, как я уже сказала, как я уже перечислила, это в первую очередь, конечно, сухость, обезвоженность, ну, в худшем случае это ожоги, да, солнечные. А в дальнейшей перспективе это все может нарушить выработку коллагена, это все приводит к фотостарению, и поэтому нам очень важно защищать нашу кожу. Ну, я вообще всегда говорю, что, в принципе, защищать нужно всегда, круглый год, днем выходить на улицу с каким-то SPF, ну, летом тем более. Но если мы вдруг не очень хорошо защищали нашу кожу, неправильно использовали средства, не те использовали средства, мы получаем такую неприятность, как гиперпигментация. И об этой проблеме я буду говорить совсем скоро, и поэтому, пользуясь случаем, я хочу вас пригласить на семинары открытые, которые состоятся 19 марта в Санкт-Петербурге, в 11 часов начала 21 марта в Москве, где мы будем говорить уже конкретно о гиперпигментации, вообще о процессе ее возникновения, о причинах и о борьбе. И о борьбе мы будем говорить не просто так, а потому что у Germaine de Cappuccini появилась новая целая программа в серии Expert Lab, это серия космецевтики, где есть и салонный уход, и домашний уход, это абсолютно новая программа, высокотехнологичные формулы, и об этом, обо всем я буду рассказывать и презентовать эти новые продукты. Но это будет скоро, но не сегодня, а сегодня мы поговорим конкретно о защите, чтобы в принципе этих проблем не возникало. И я представляю вам линию Time Expert Sun, это солнцезащитная линия для лица и тела, и как вы понимаете, так как косметика испанская, то можно доверять этой линии, потому что Испания очень солнечная страна, и там эта проблема стоит куда более серьезнее, чем у нас, ну, там, во-первых, и больше солнца, оно интенсивнее, сильнее. И поэтому, конечно, эта линия прекрасно защищает, прекрасно справляется с такой проблемой. Итак, ну, немножечко о самой линии. Ну, в первую очередь, линия Time Expert Sun сейчас она содержит очень-очень современные, экологически чистые, чистые, высокотехнологичные формулы. Ну, во-первых, это формулы, которые в первую очередь, конечно, не загрязняют окружающую среду. Нет каких-то ингредиентов, которые не являются биоразлагаемыми, которые загрязняют мировой океан. Ну, в принципе, в Европе вообще такие ингредиенты уже давно запрещены. Это водостойкие текстуры, это говорит о том, что вы, заходя в воду, не смываете сразу этот состав с себя, это не уходит опять же в мировой океан. Они достаточно устойчивые, эти текстуры, не содержат микропластиков, силиконов и других вредных веществ.
Эта линия очень обширна. Ее продукция, она подразделяется на три группы. Группа защита от солнца, разные виды SPF, мы рассмотрим разные продукты для лица и для тела. Это продукты для восстановления кожи после загара и продукты для поддержания и активации загара. Все-таки лето у нас, особенно в северных регионах, короткое, и все-таки хочется его прочувствовать, да, и хочется какой-то загар получить, но без вреда для кожи и вообще здоровья. Но прежде чем перейду к презентации именно самой линии, я хочу сказать о том, что мы должны, конечно, и подготавливаться к этому летнему сезону, и подготавливать наших клиентов, и для этого у нас все есть в нашем арсенале, и есть разные программы ухода, и салонные, и домашние продукты, которые замечательно могут подготовить кожу. И, опять-таки, сегодня тема другая, но я все равно проговорю какие-то программы, какие-то продукты. Но в первую очередь, конечно, когда кожа наша подвергается воздействию солнца, мы уже говорили о том, что она сильно обезвоживается, поэтому нам нужно увлажнение. Увлажнение нужно и до сезона, и во время этого сезона летнего. Увлажнение нужно постоянно. И для этого у Germaine de Cappuccini есть очень мощная линия, называется Time Expert Гидролуроник. Это линия, которая направлена на максимальное увлажнение и подходит абсолютно для всех типов кожи, всех возрастов. Великолепно работает и в летний сезон. Это есть и профессиональные программы, и достаточно много разных средств домашнего ухода. Это и кремы, и маска, и сыворотка. И вторая очень мощная линия, которую я всегда рекомендую, ну вот кто уже не первый раз на вебинаре, кто уже нас знает, много раз меня слушали, это линия Time Expert Radiance C+, это линия с витамином С. Это вот конкретно прям проверено уже мною. Есть у меня клиенты, которые имеют уже пигментацию, которые с ней постоянно борются, да. Опять-таки, это очень сложная проблема, которую можно победить, но она может вернуться, и это прям такой бесконечный процесс. Мы все время с этим боремся, когда нарушение уже есть. И вот линия с витамином С – это линия и средство, которое замечательно профилактирует, это мощнейший антиоксидантный уход. Кроме того, в этой линии есть и другие ингредиенты, например, как фируловая кислота, которая главным образом предотвращает и борется с фотостарением. Поэтому в приближении летнего сезона очень популярны и очень полезны, и проверены, как я уже сказала, мной конкретно, процедуры с витамином С. Вот прям проделать курс профессиональных программ, назначить домашний уход, и уже конкретно по своим клиентам я вижу, что пигментация, она не возвращается в течение лета, если человек пользуется продуктами с витамином С, а если даже и она возвращается, то не в таком объеме, как это обычно бывает. Поэтому увлажнение и мощный антиоксидантный уход. Ну, а теперь давайте рассмотрим, какие продукты предлагает нам линия Time Expert Sun. Здесь идет широкая, полноценная такая мультизащита. Здесь и антиоксидантный эффект. И благодаря этому мы получаем антивозрастной эффект, но в плане очень мощной профилактики фотостарения. Здесь и уменьшение различных воспалительных реакций, зуда, покраснения, жжения и так далее. Это мощные увлажняющие формулы. И, конечно, самое главное – это мощнейшая фотозащита, потому что линия Time Expert Sun содержит все самые современные фильтры от разных видов лучей. Мы знаем четыре вида излучения основного. Это ультрафиолетовое излучение А-спектра, которые глубже всего проникают в кожу, они достигают дермы, и они являются очень опасными именно в плане долгосрочной перспективы. Если бета-лучи, они воздействуют на эпидермис, и они вызывают ожог, клетка погибает, это, конечно, тоже может вызвать негативные последствия в будущем, в том числе и рак кожи.
но все-таки клетка погибает, кожа заживает. В принципе, не настолько это опасно. Лучи спектра А, они проникают в дерму, они разрушают коллаген, и они, так сказать, ломают клетку. Они ее не убивают, а они ее как бы ломают. И эта клетка воспроизводится уже нездоровая. И, соответственно, вот отсюда и запускается такая мина замедленного действия, начинается процесс вот этого преждевременного старения, потому что у нас вот эти поврежденные клетки, они продолжают воспроизводиться уже в поврежденном виде. Соответственно, это очень неприятная история, и надо максимально ее избегать. Плюс есть такие фильтры, которые защищают от инфракрасного излучения, от теплового, и от излучения голубых экранов, смартфонов, компьютеров, светодиодных ламп. Выясняется, что эти лучи тоже они являются опасными, они тоже негативно влияют на клетки. Таким образом, продукты линии Time Expert Sun дают очень широкую такую защиту от всех видов излучения. И плюс, конечно же, тоже иногда задают вопросы мне, вот клиенты наши, какие используются фильтры. Фильтры используются и физические, и химические. И, конечно же, давайте вспомним, да, физические фильтры – это которые отражают ультрафиолетовое излучение, это в основном минералы какие-то природные, которые как зеркало работают. Химические фильтры – это те, которые поглощают и внутри уже кожи перерабатывают в другую, менее опасную энергию. И вот самые сильные продукты, самая мощная защита будет только тогда, когда в одном продукте сочетается, во-первых, все виды фильтров от разных типов лучей и сочетаются физические с химическими фильтрами. Если будет какой-то один, такой надежной, такой мощной защиты мы не получим. Здесь идет вот это общее сочетание. И плюс еще уникальность линии Time Expert Sun заключается в том, что основной компонент, который входит во все абсолютно продукты, это экстракт, 100% экстракт корня имбиря. Имбирь – это известный компонент, который обладает мощнейшим антиоксидантным, противовоспалительным, восстанавливающим, заживляющим действием. И поэтому вот благодаря вот этому именно экстракту корня имбиря мы и обеспечиваем так называемый, ну не омолаживающий, а профилактирующий эффект, да, антивозрастной эффект здесь написано в плане того, что это мощная профилактика, потому что любое воздействие ультрафиолета, ну, это самый первый, самый такой мощный механизм преждевременного старения, да, который вообще не зависит от возраста, а исключительно от внешних факторов. И вот экстракт имбиря, он как раз и обеспечивает нам вот эту мощную такую еще антиоксидантную защиту. И поэтому перед вами сейчас на экране продукты для лица, и это три эмульсии. Что значит эмульсия? У нас есть текстура эмульсии, у нас есть текстура крема. Текстура эмульсия, текстура крем. Крем, он более плотный, более насыщенный липидами, и он подходит для сухой кожи. Эмульсия имеет очень-очень легкую текстуру, моментально впитывается, неощутимо на коже, очень комфортно, ну, для тех, у кого комбинированная нормальная кожа, или для тех, кто вообще не любит плотные текстуры. Или же еще, очень часто тоже мне задают, кстати, коллеги, если есть какие-то вопросы вот по продуктам, по SPF, вы пишите мне, пожалуйста, в чате, я с удовольствием на них буду прям в течение семинара отвечать. Значит, еще очень часто мне задают такой вопрос всегда, если в обычных продуктах домашнего ухода, вот в обычных из линий, в кремах, SPF, я всегда говорю нет. И почему? Потому что продукты домашнего ухода, в частности, Germain de Cappuccini, имеют очень богатый, насыщенный состав ингредиентов. Ну, любую линию, какую вы ни возьмите, там будет достаточно большое количество действующих активных компонентов. И если мы соединим большое количество фильтров, да, современных, чтобы надежную защиту дать,
плюс еще большое количество активных компонентов, у нас получится достаточно тяжелая текстура. И ну, вам самим же и не понравится ей пользоваться. Поэтому принято разделять все-таки основной уход, именно уходовое средство, и защитное средство. И поэтому здесь вот как раз эмульсии, они супер легкой текстуры, которые мы наносим уже на свой основной уход. Но опять-таки вы сможете мне возразить и скажете, ну мне вот, например, кто-то скажет, у меня нормальная кожа, и мне, допустим, неприятно нанести мой крем, а сверху еще эмульсию с SPF. Я не люблю вот так два слоя, да. А в таком случае вы можете использовать вот эту эмульсию самостоятельно. Можно, допускается, потому что она помимо защитного эффекта, она дает еще и антиоксиданты, увлажняющие, успокаивающие, то есть она работает и как уходовое средство. Опять можете возразить, скажете, ну я хочу не только увлажнение, я хочу, например, еще и лифтинг. Без проблем. Тогда вы возьмите сыворотку, которая направлена на лифтинг-эффект. Сыворотка, она не на поверхности работает, сыворотка, она проникает в глубокие слои кожи, она супер легкой текстуры, в ней практически нет липидов, да, соответственно, вы берете какую-то лифтинговую сыворотку, она у вас будет работать конкретно с этим вопросом, а сверху вы уже наносите эмульсию с SPF, то есть можно вот так. Разные варианты. Сочетание с кремом, сочетание с любой сывороткой самостоятельно. В любом случае можно использовать вот эти вот продукты. И у нас три варианта. Как я уже сказала, супер легкая текстура, очень комфортная, приятная эмульсия. И здесь есть два разных SPF, SPF 50 и SPF 30. Ну, напомню, SPF – это то время, на которое вы можете безопасно увеличивать свое нахождение на солнце. Это не значит, что вы нанесли SPF 50, и в принципе целый день, 12 часов мы находимся на солнце. Нет, конечно, просто то время, которое вы можете находиться на солнце без SPF, ну я не знаю, скажем, 10 минут, да, а дальше начинаете обгорать, вы увеличиваете. 10 вот этих своих минут умножаете на 50, и вы уже гораздо дольше можете находиться. Но по прошествии этого времени необходимо, конечно, снова нанести эту защиту. И вот у нас две эмульсии, SPF 50 и SPF 30. 30 немножечко легче по текстуре будет. И, конечно, абсолютный наш хит – это эмульсия SPF 50 с тоном. Вот она отличается по цвету. И она имеет очень такой красивый тон, я вам сейчас покажу. Вот если вот так вот посмотреть, может показаться, что достаточно темненькая. Но если мы наносим ее на кожу, ну, во-первых, смотрите, какая легчайшая текстура, вообще просто. Вот, и так может показаться темноватой. Но когда мы начинаем распределять, когда мы начинаем впитывать, удивительным образом, эта эмульсия, она встраивается в тон кожи, и дает такой, ну, легкий-легкий, немножечко такой слегка загарный оттенок, практически незаметный, но при этом выравнивается немножко текстура, выравнивается тон кожи, и немного такое свечение кожа приобретает. Видите, ну, совсем не изменилась рука, но чуть-чуть, совсем очень легкий, очень деликатный и красивый тон. Вот здесь как раз вы заменяете и какую-то декоративную косметику, и защиту, и уход, получается у нас ну, практически три в одном. Вот такой интересный продукт. Следующий продукт, который я уже немножечко упомянула, показала, это крем. Как я и сказала, крем этот более плотный, здесь уже больше липидов для сухой кожи с SPF 50, также с экстрактом имбиря, и так, очень небольшой процент здесь есть яблочной кислоты именно для, не путайте, это не АХА-кислоты, это очень маленький такой процент, который обеспечивает регенерацию, восстановление кожи и омолаживающий эффект. Именно вот здесь мы и получаем еще такой дополнительно омолаживающий эффект. Следующие продукты у нас идут для тела. И очень удобный формат продукта – это лосьон
солнцезащитный бифаза, вот он двухфазный. У нас есть здесь масляная фаза, которая как раз и обеспечивает вот эту защиту, и водная фаза, которая дает замечательное увлажнение. Очень удобно в использовании это средство, оно распыляется. Помимо экстракта имбиря, здесь также еще в составе есть масло розмарина, которое тоже является сильным антиоксидантом, которое успокаивает, восстанавливает кожу. Ну и для применения нам необходимо смешать до однородной вот такой вот субстанции. Есть здесь такой защитный замочек, мы его поворачиваем и распыляем. Ну вот такой получается, видите, такой эффект распыления. Очень легко, очень удобно и очень-очень, конечно, нужно нанести, впитать, но все впитывается просто мгновенно, не остается никакой ни маслянистой пленки, ни липкости, вообще ничего мы не ощущаем. То есть для кого это очень удобно? Ну, кто вот спортом занимается, да, на улице, например, на солнце, на пляжные какие-то активности, вот это очень удобно. Ну и, в принципе, кто не любит текстуры кремовые, не любит наносить, впитывать, вот это очень удобно. И SPF здесь у нас идет 30. Далее у нас идет продукт для усиления загара. Ну, конечно же, мы должны помнить о том, что такие продукты, во-первых, мы не применяем, естественно, детям, да, и такие продукты мы применяем только тогда, когда у нас кожа уже получила свою естественную защиту, уже какой-то загар. То есть первые дни, находясь на активном солнце, мы, естественно, используем средства с SPF 50, с SPF, ну, как минимум 30 какое-то время, ждем, когда кожа получит естественную какую-то защиту, уже какой-то загар, и только после этого мы уже можем использовать средства, усиливающие загар, и это такое сухое масло. Что означает сухое? Сухое – это, если распределить на вот молекулы, да, масла, то жирные все вот эти вот молекулы удаляются, масло не теряет свои свойств, но оно становится легким по текстуре, оно очень быстро впитывается, что очень важно, конечно, на пляже. Есть защита здесь 20, но это масло, оно будет усиливать, способствовать хорошему распределению загара и способствовать более такому интенсивному оттенку за счет масел абрикоса и моркови. Это известные масла, да, которые усиливают и помогают распределять загар, но при этом еще обладают хорошим увлажняющим действием и антиоксидантным. И у нас немножечко будут перемены. Сейчас у нас этот продукт вот в таком формате. В скором времени придет новая упаковка вот с таким распылением. Будет еще более удобно использовать его. Следующий продукт у нас для тела и лица – это молочко. Вот честно скажу, просто обожаю этот продукт за его суперуниверсальность. 200 мл, хорошая, приятная текстура молочка, SPF 50 со всеми фильтрами, как и вся линия, защищает великолепно, подходит и для лица, и для тела, и в принципе для всей семьи. То есть это тот продукт, с которым удобно идти на пляж. Кинули один тюбик большой на всех и пользуемся в течение дня. Здесь еще есть технология антипесок. Что это значит? Это значит, что молочко быстро очень впитывается и не оставляет никакой абсолютной липкости и жирности, и это препятствует прилипанию песка. И достаточно большой объем, который позволяет в течение дня еще несколько раз обновлять это все. Вот, поэтому это такой прям универсальный продукт, именно конкретно для пляжного отдыха, да, замечательный. Еще один интересный продукт есть в линии Time Expert Sun, это масло-карандаш. Чем он интересен? Мы обычно заботимся о больших участках кожи, но очень часто забываем о таких участках, как нос, уши, да, и так далее. Ну, если на пляже, может быть, не забываем, а вот когда идем куда-нибудь на экскурсию, не знаю, там,
в горы или еще куда-нибудь на солнце долго находимся, мы об этом можем забыть. И вот эти вот участки, они начинают обгорать. Плюс различные родинки, татуировки, пигментные пятна и прочие-прочие шрамы и так далее. Это все тоже надо защищать. И вот такой вот масло-карандаш очень удобный в применении, маленький, компактный. Да, удобно, да, Карина, удобно брать с собой, пожалуйста, сумочку положили, и прямо в течение дня можно постоянно обновлять. SPF 50, экстракт подсолнечника содержит колоссальное количество витамина Е, соответственно, это мощное антиоксидантное действие, и несмотря на его маленький размер, это масло нескончаемое совершенно, ну, потому что его надо небольшое количество, вот вы нанесли, и все, он выкручивается, этот карандаш, его очень много, и поэтому пользоваться им можно бесконечно долго, вот. Поэтому вот это тоже очень такой нужный продукт, и, например, ну, у многих есть такие родинки, которые нежелательно на солнце, да, ставить, ну, блестит или матирует, скажу вам, что ни то, ни другое, вот ни то, ни другое, а очень-очень-очень такой легкий, вот совсем незаметный, видите, не как масло, совсем незаметный, так вот если на солнце посмотреть, есть блеск, но не матирует, вот, ну и нет такого ощущения, как прям маслом как будто намазали, вот, и, соответственно, вот эти вот все родинки и прочие вещи, которые нельзя на солнце выставлять, но при этом такие бывают ситуации, что никак по-другому, вот на них можно тоже наносить. Соответственно, без липкости, без жирной пленки, без каких-либо отдушек, вообще не имеет никакого аромата, можно близко к области глаз, вот особенно, когда, знаете, есть вот такая вот пигментация вот здесь, да, на скуловой зоне, все это идеально вот с этим маслом-карандашом. А также еще у нас есть продукт для тела, солнцезащитный, лосьон SPF 50, то есть есть молочко, есть лосьон, опять-таки состав тот же самый, такая же абсолютно формула, весь спектр фильтров защитных здесь есть, но немножко другой формат, формат спрея, это уже кто как любит, кто-то любит больше молочко наносить и впитывать, кто-то любит спрей нанести, чтобы быстрее, тут уже вы выбираете сами. Ну, также здесь идет хороший объем, 200 миллилитров, вот, соответственно, перемешиваем и наносим. И также, что самое важное, подходит и для лица, и для тела. Ну, естественно, на лицо мы не вот так наносим, а, конечно, сначала на руку и затем на лицо, а на тело прямо распыляем и впитываем. Ну и, конечно, уход после загара. Стараемся мы, стараемся, но не всегда бывает, что удается уберечь прям все участки кожи, да, иногда, конечно, получается так, что все равно кожа подвергается воздействию ультрафиолета, она начинает раздражаться, появляется зуд, краснота, а если вообще переборщили с загаром, то совсем неприятные ощущения, жжение и боль даже. И Жермен де Капучини разработала очень мощные два продукта для ухода после загара. Почему я говорю мощные? Потому что в состав этих продуктов входит уникальный комплекс, который называется Skin Biome Repair. И те, кто с нами давно работает, и кто уже слушал много наших семинаров и вебинаров, знают, что этот комплекс Skin Biome Repair есть еще в одной линии от Жермен де Капучини. Это линия Бикалм, это линия для гиперчувствительной кожи, и этот комплекс основан на пребиотиках и пробиотиках. Этот комплекс лаборатория Жермен де Капучини совместно с университетом Валенсии разрабатывали 3 года. Проводилось очень много разных исследований, очень много тестирований, которые показывали, насколько эффективно работает этот комплекс для кожи гиперчувствительной, склонной к дерматологическим проблемам, для кожи после агрессивных процедур, для кожи раздраженной.
Этот комплекс пребиотики и пробиотики восстанавливает микрофлору, а с этим самым и восстанавливает и защитный барьер, и уровень увлажненности кожи, и моментально, быстро, практически мгновенно снимает дискомфорт, жжение, зуд и прочее, и практически очень быстро заживляет и восстанавливает кожу. И вот состав вот этих вот средств, которые разработаны для ухода после загара, входит вот самый главный основной компонент, вот этот комплекс пребиотиков и пробиотиков Skin Biome Repair. И у нас здесь есть два продукта. Продукт для лица, легкая очень текстура, потрясающий просто такой вот, знаете, аромат моря, вот чего-то свежего, бриза такого какого-то. Соответственно, пребиотики, пробиотики, масло карите, которое помогает также восстановить липидный барьер, повышает эластичность кожи, способствует удержанию влаги, экстракты кувшинки и ивы. Ива – это еще по-другому канадский иван-чай, это компонент, который обладает сильнейшим, мощнейшим антиоксидантным действием и мощнейшим заживляющим действием тоже. То есть вот в паре с пребиотиками, плюс еще вот этот вот ива, канадский иван-чай, или кипрей его еще называют, вот это все в комбинации дает нам очень-очень быстрое и мощное заживление. И крем настолько хорош по своей текстуре, по своему аромату, что многие клиенты его просто используют как уходовый крем, потому что, ну что, он увлажняет, он успокаивает кожу, он создает защиту, поэтому, в принципе, даже если вы там не повредили кожу солнцем, просто как летний вариант можно его использовать в своем постоянном уходе. Это прекрасный крем с чудесным эффектом. Ну и для тела, конечно, молочко, которое опять же содержит Skin Biome Repair, опять же содержит масла, карите, виноградные косточки, а также кувшинка. И еще один компонент очень интересный, это экстракт гриба пория. Пория – это восточный древесный гриб, который известен на Востоке уже более 2000 лет, его давно используют в лечении всего, и кожных заболеваний, и волос, и внутрь принимают. Это такой древесный гриб, который обладает очень сильной противовоспалительной, противоопухолевой, антиоксидантной активностью. Поэтому опять-таки здесь, ну, лицо принято больше защищать, да, еще там панамы, очень сильно у нас страдает тело, особенно вот плечи, спина, да, часто получают ожоги. И вот как раз опять вот это сочетание пребиотики, пробиотики, натуральные компоненты масла плюс экстракт грибопория, все это в комбинации дает мгновенный, во-первых, эффект, сразу снимается жжение, дискомфорт, сразу облегчение человек получает, и, конечно, скорейшее, быстрейшее восстановление, заживление кожи. И тоже текстура очень легкая и такой приятный, свежий, красивый аромат. И два продукта у нас есть для активации и поддержания загара. Но тоже важно, лето хотим продлить красоту кожи. И есть у нас вот такая вот эмульсия для активации загара, которая активирует синтез меланина. И можно, что самое интересное, что можно это средство прям заранее использовать, там за сутки, например, за 48 часов даже, за двое суток наносить, и вот компоненты, которые входят в состав, они будут усиливать выработку меланина, и загар будет более интенсивным, но при этом это будет безопасно, потому что вот эта DNA Expert System, это система, которая обладает сильнейшим, мощнейшим противовоспалительным и антиоксидантным действием. Поэтому это будет продукт, усиливающий загар, но безопасный. Вот эта вот система основана на экстракте семян аната. Это очень-очень мощный такой экстракт, который обладает сильным антиоксидантным действием. Вот, поэтому это средство можно использовать до и после загара для восстановления, увлажнения, питания, мощнейшей антиоксидантной защитой. Плюс вы видите здесь еще
масло зародышей кукурузы, витамин Е, это все очень сильные антиоксиданты. И второй продукт, это опять-таки сухое тоже масло для поддержания загара. Это уже чисто такое уходовое средство, которое содержит множество натуральных масел, апельсина, радиолы, экстракт опять-таки моркови. Мы знаем о том, что экстракт моркови тоже усиливает загар и помогает его сохранять дольше. Но здесь именно такая уходовая составляющая максимально увлажняет, питает кожу, тоже здесь идет распыление, как я уже сказала, масло сухое, поэтому оно очень быстро впитывается, вот мы его нанесли, легкий-легкий такой, если вот вам видно, может быть, через камеру, очень легкий такой оттенок у этого масла есть, и вот опять вы заметите, да, мгновенно просто, вот все, я его нанесла, оно просто мгновенно впиталось, ничего я уже не чувствую здесь, но чувствую гладкость, увлажнение, очень красивый аромат, напоминающий лето. Ну и оттенок опять, это будет, ну совсем прям очень-очень такой деликатный, совершенно такой легкий. Плюс успокаивающее действие. Вот такой тоже прекрасный продукт после солнца. И вот как вы видите, прям полноценный здесь идет набор с разным SPF для всех, кто хочет загорать, кто не хочет загорать, кто хочет усилить загар или сохранить его, сохранить здоровье и красоту кожи, пожалуйста, здесь все это есть. И для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, фотостарение, гиперпигментацию и куча разных проблем, связанных с усиленным воздействием ультрафиолета, мы, конечно, должны прежде всего кожу защищать. Но если это не получилось, если по каким-то причинам все-таки появилась пигментация, то у нас тоже есть продукты для борьбы. И я еще раз хочу, коллеги, напомнить, и еще раз хочу вас пригласить на наш семинар по новинкам, еще раз повторюсь, который состоится 19 марта в Санкт-Петербурге в компании «Спортмед Импорт» на Васильевском острове. В 11 часов начала, где я буду презентовать новую линию, и 21 марта в городе Москва, тоже в офисе «Спортмед Импорт», тоже в 11 часов начала. Пожалуйста, жду ваших вопросов, с удовольствием на них отвечу. Причем вы можете задать вопросы не только по солнцезащитной линии, потому что вообще вот с этой вот проблемой, с пигментацией и со всем, что связано, да, после солнца, ведь очень много разных есть средств, программ, которые помогут восстановить, защитить, успокоить кожу, та же линия Бикалм. Возможно, у вас есть вопросы, пожалуйста, жду. Ну, а если вопросов нет, тогда спасибо за внимание и жду вас на следующих наших мероприятиях. Спасибо.